И, как правило, потом, я имею в виду вот в экономике, ничего не происходило. Почему сейчас может быть по-другому? Может быть, ну, выдвинули ультиматум, ну, проигнорировали, ну, не в первый раз. Я сказал, что этого не может быть. Я сказал, что цена будет другая. Цена будет другая. Простите, я не услышал этот акцент. Угу. Цена будет другая. В данном случае вы тут правы. Это показатель или индикатор, что не все так хорошо в датском королевстве. Шанс на это. Вот, допустим, этот кризис в отношениях с НАТО может стать поворотным пунктом во внутренней политике России? Он непременно станет поворотным пунктом. И в случае успеха, и в случае неуспеха. Вопрос, куда он повернется. Нет идеальных людей, не бывает. Человек несовершенен, глубоко несовершенен. И если бы я поделился своими знаниями на своем опыте о многих великих, замечательных людях, что я о них видел и что я знаю, было бы очень-очень-очень позорная картина. Так что критическая точка России – это 22-й год. Почему? Вот в ближайшие недели определяется направление развития России. Якфович, я не то чтобы вам хочу возразить, но вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Это вопрос лично от меня. Вот у меня так жизнь сложилась, что я построил с нуля, вот просто на лесной полянке, маленький цех. К сожалению, сейчас он не работает. Тут как бы могут быть две гипотезы. То ли я плохой производственник, то ли экономическая ситуация мне не позволила, так сказать, его дальше развить. Но в послании президента в прошлом году я очень четко по этой причине услышал одну вещь. Он сказал, он поручил своим подчиненным сделать так, чтобы в России открыть с нуля, построить предприятие было бы дешевле, чем где-либо в мире. Да? Ну, то есть понятно, что без внутреннего производства, все-таки я вот оцениваю внутреннюю угрозу для своей страны выше, чем внешнюю. Вот, мы никуда не двинемся. Просто вот по эмоциональной причине я это заметил. Я сейчас не вижу на данный момент никаких признаков того, что это поручение выполняется. Потому что я не вижу изменения, значит, кадастрового обложения земель промышленного назначения и по многим-многим-многим другим признакам. То есть во внутренней повестке президент ультиматумы ставил не один раз. И, как правило, потом, я имею в виду вот в экономике, ничего не происходило. Почему сейчас может быть по-другому? Может быть, ну, выдвинули ультиматум, ну, проигнорировали, ну, не в первый раз. Я не сказал, что этого не может быть. Я сказал, что цена будет другая. Цена будет другая. Простите, я не услышал этот акцент. Угу. Цена будет другая. Я сказал, что этого не может быть. Я сказал, что я надеюсь, что этого нет. Я надеюсь, что все вымерено и выверено. Но тут цена – это будущее государства и власти. А с другой властью эта страна не просуществует. Россия из-за своих размеров, из-за своих богатств, из-за своих тех народов, которые ее составляют, нуждается в устойчивой, центральной, сильной, авторитетной власти. Иначе это государство не дееспособно. И полно государств в мире развалилось, потому что не смогли быть дееспособными. Их размеры, их состав, их проблемы оказались больше, чем проблемы руководства. В данном случае вы тут правы. Это показатель или индикатор,
что не все так хорошо в датском королевстве. Что власть не всегда достаточно эффективна. Что она не всегда ей удается провести политику, которую она объявляет или которую она хочет. Оправдание можно найти сколько угодно. Вопрос причины этой незначительные. Или они врожденные, глубокие, которые невозможно устранить. Если можно исправить, тогда все будет хорошо. Если их невозможно исправить, если они врожденные, тогда очень и очень плохо. Притча Соломона написана. Мне очень понравилась эта фраза. Сердце царя в руке Божьей. И как потоки вод в руке Божьей, да. И как потоки вод, куда хочет, туда и поворачивает его. Я вот вспоминаю, опять-таки обращаясь к воспоминаниям о старой главтеме, Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев неоднократно в эфирах старой главтемы говорили о том, что они очень надеются, что, может быть, обстоятельства для страны сложатся так, что наш президент будет вынужден принять те решения, я имею в виду в области внутренней политики, которые давным-давно пора принять. Как вы считаете, есть еще какой-то шанс на это? Вот, допустим, этот кризис в отношениях с НАТО может стать поворотным пунктом во внутренней политике России? Он непременно станет поворотным пунктом. И в случае успеха, и в случае неуспеха. Вопрос, куда он повернется. В случае успеха, это будет огромный поворотный пункт внутри России. В пользу России. Он позволит государственному руководству смелее идти на внутренние изменения, будучи уверенным, что страна это выдержит и народ это поддержит. Одна из самых больших проблем, перед которой стоит ваш президент, и стоял всегда, это урок из того, что было в России. Не дай бог дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию. Вывести ее из равновесия. Поэтому первый вопрос, который он себе задавал, и я с ним на эту тему никогда не говорил, но я это могу сказать с уверенностью. Даже те действия, которые, да, они правильные, они верны, не приведут ли они к дестабилизации общества и не выведут ли они его из равновесия. И если он в этом уверен, он идет на это. Если он в этом не уверен, он не пойдет на это. Даже если все экономисты, математики, все скажут, да, это единственный выход. Цена этого может быть больше. Его ответственность за стабильность и развитие государства. И он не имеет права подвергать устойчивость государства риску ни по каким причинам. Он не азартный игрок. На этом отличается государственный руководитель от любого другого. Потому что Россия очень дорого заплатила за то, что она теряла контроль над ситуацией и выходила из устойчивого в неустойчивое положение. То же самое делают в Китае. Главное не терять контроль над ситуацией. Главное не привести к потрясениям власти. В данном случае власть это не власть его или одного человека, а власть государственная. Это не его власть, это власть государства. И если она треснет, то треснет государство, а не его личная судьба в данном случае.
И тот, кто стоит во главе этой пирамиды, он это отлично знает. В любой стране ответственный руководитель поступает именно так. В первую очередь не терять контроль над ситуацией. И поэтому я не знаю, как сложатся обстоятельства. Но я допускаю. На эту тему у меня как-то был с ним разговор. Но смысл его был такой, что у руководителя есть высший интерес, он стоит над профессиональным. Он видит всю картину. И главное, его цель – сохранить у государства власть и свою власть над государством. В смысле того, что он его руководитель. Если он потеряет власть, это не значит, что вместо него придет другой, который сможет управлять. Так что я допускаю, что могут быть действия, которые не дадут того экономического эффекта, который должны дать. Потому что они приведут, их исполнение приведет в силы, приведет в действие другие силы, которые дестабилизируют обстановку. Или власть. И это тоже надо учитывать. Иногда эти силы не объективны, а субъективны личного порядка. И это тоже бывает. Пережитки прошлого. Я по роду занятий вот в последние 2 года общаюсь с политиками. И вам хочу сказать, что мои наблюдения, по крайней мере, таковы, что большинство из них абсолютно без идей. Вот как это ни было бы для них обидно. Вот. Даже один из них, не буду, чтобы не обижать человека, ни фамилию, ни название партии называть. Он сказал, что да, партия такая, это не идеология, а это средство передвижения. Может ли один человек вот в отсутствии институтов что-то вообще сделать теоретически? Вот в такой вот ситуации, мы же с вами говорили об этом самом трении, вот у меня такое впечатление, что это трение его обездвижило в управленческом смысле. Один человек создал Советский Союз и управлял им, и довел его до величайших вершин. Это был один человек. Кроме него никто не мог бы этого сделать. Именно благодаря ему и сохранилось государство. И благодаря ему у вас есть сейчас государство. Это был один человек. Другой на его месте, смотреть на все его окружение, был бы не способен на это. Даже его учитель не был способен на это. Он был слишком оторван от России. Он был человек мирового масштаба, Ленин. Он мыслил общими категориями. А Сталин 2 ногами стоял на российской земле. Врос их в нее, вырос из нее. Корни его там были. Поэтому он ее чувствует. И все проблемы. Больше других. Не только поэтому. Духовная семинария ему много научила. Очень много. Кроме его природных талантов. Хочу вам еще такой важный вопрос задать. Сейчас чуть-чуть президента оставим в покое, а то ему от нас досталось немножечко. Просто чтобы для зрителей была такая небольшая пауза. Знаете, я так подозреваю, что мы с вами одни и те же книги читали, и по возрасту не так далеко. Я вот как-то вспоминал «Три мушкетера». Был там такой эпизод, когда Д'Артаньяна вызвал к себе Ришелье, и, в общем-то, выражаясь профессиональными терминами, с целью завербовать. И он ему сказал: «Д'Артаньян, вы же приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верно? Я вам предлагаю патент лейтенанта гвардейцев, кардинала. Вы приехали в Париж, чтобы получить высокое покровительство. Оно у вас будет». И Д'Артаньян колебался, почти был готов принять это предложение, но он знал, что
недалеко от резиденции кардинала, его ждут его друзья. И что, если он сейчас согласится, то Атос, скорее всего, не подаст ему руки после этого. Для Д'Артаньяна Атос был моральным авторитетом. И вообще вот моральные авторитеты, они задают планку всему обществу. Всегда, не только отдельным людям в нашем личном общении, но и обществу тоже. Вы вот много говорили в последних передачах, критиковали Солженицына. А что вот в современной России, с вашей точки зрения, кто может быть моральным авторитетом для нас? Вот вы про Сталина говорили случайно, не случайно? Так, немножечко сужу вопрос. Про Сталина я говорил по результатам, потому что известно. Я не настолько знаком с современным российским обществом, не настолько глубоко. Я не общаюсь со многими. Так что мне трудно сказать, указать на кого-нибудь, кто может быть нравственным эталоном, авторитетом для сегодняшнего российского общества. Я и в стране, я и в своей стране этого не знаю. Ну, у вас планка завышенная, да, я не учел, да. Вы по большому, по гамбургскому счету смотрите. Ну, хотя бы примерно, Яков Васильевич. Может быть, это не наш современник, может быть, кто-то исторический какой-то персонаж. Я не знаю, я вам скажу, у меня большая проблема, я очень много общался, и не в одной стране, в своей точно, с тем, что называется, великими людьми. Те, кто создавали страну, кто строил. Я видел таких же людей в вашей стране и в других странах. Человек очень часто государственное мышление не всегда есть корреляция с чисто человеческим обликом человека. Человек слаб по натуре. Нет такого идеала, чтобы он был во всем идеальный. Святых нет. Ни в нашей истории, ни в другой. Я не видел. Я Сталина тоже не считаю идеальным. Ни в коей мере. Ни Сталина, ни Ленина. Те, одни качества, я ценю больше, другие меньше. Третьи я вообще отрицаю. Но это другой разговор. Так что не надо искать эталонов. Не боги горшки обжигают. Не сотвори себе кумира. Это обычные люди. Совет от Якова Кемера. Не сотвори себе кумира. Это абсолютно. Не надо. Надо смотреть на человека, как он есть. Со всеми его плюсами и минусами. И определять, да, вот в этом он хорош. А в этом нет. А в этом он ужасен. Так что давайте будем поддерживать его именно в этой области. Именно в этом. Но не в другом. Нет идеальных людей. Не бывает. Человек несовершенен. Глубоко несовершенен. И если бы я поделился своими знаниями на своем опыте, о многих великих, замечательных людях. Что я о них видел и что я знаю. Было бы очень-очень-очень позорная картина. Так что лучше я об этом почти не говорю. Хорошо. Но не за это, но да. Вернемся тогда в наши политические Палестины. Вот у меня все-таки впечатление, что российский истеблишмент, ну, в широком смысле, сейчас все-таки вот озабочен не модернизацией страны, не развитием, не формированием идеологии. Вот в российской политической повестке все чаще и чаще звучит такое слово «транзит». Вы как-то говорили, что после Андропова пошла какая-то сплошная чехарда в руководстве, и мы все знаем, чем это все закончилось. Проблема транзита российской власти, она сейчас стоит, не стоит, она надумана. Это желаемое за действительно, что это? Можете дать свою оценку?
то, что сейчас в России переходный период, да. То, что, как Горчаков говорил, Россия сосредотачивается, да. Но эти периоды, они, никто не знает, сколько они будут длиться. Есть критические точки. Критическая точка России – это 22-й год. Почему? Вот в ближайшие недели определяется направление развития России. Сейчас переломный момент напряжения всех сил. Или Россия проломит и изменит ту мировую ситуацию, которая была, используя все свои силы. И тогда это будет другой мир и другие возможности для развития России, или действительность сломает Россию. Все это определяется в ближайшие недели. И для России, и для всего мира. Практически судьбы и направления развития мира решаются в ближайшие несколько недель. 8-10 недель. После этого мир будет другой. Он уже никогда не будет таким, каким он был до декабря 2021 года. А каким он будет? Трудно сказать. Я не знаю, у меня нет всех фактов. Но сегодня это все более и более нарастающее напряжение и проба всех сил. Это одна из решающих схваток России за свое будущее. И оно определит также внутреннее развитие России. Скажите, пожалуйста, то, что вы говорите, звучит очень тревожно. Вот у нас есть такой футуролог Сергей Переслегин. Он сказал о том, что мировая элита, я сейчас не говорю о наших, хочу это подчеркнуть, говорю именно о мировой элите, с некоторых пор, примерно с 70-х годов, вообще утратила такое понятие, как совесть. Переслегин это выводит из практики соблюдения договоров, где вот сильная сторона либо переписывает впоследствии условия под себя, если ее что-то не устраивает, либо просто тупо не выполняет условия, если они кажутся этой сильной стороне невыгодны. Скажите, пожалуйста, мне тут попадался на глаза доклад ЮНЕСКО, группы ученых, которые с очень высокой вероятностью, значит, предположили, что несколько миллионов лет назад на Земле была ядерная война. Так это или нет, я сейчас предлагаю не обсуждать, это, в общем-то, дело научного сообщества. Но вот эта ситуация, чем она может кончиться? Вот что-то очень какое-то тревожное ощущение, действительно похоже на вабах. Кто-то отступит. Кто-то отступит. Он начнет медленно скатываться вниз. Это будет начало скатывания вниз. Это будет совершенно ясно. Кто проиграет в этой схватке, он слабее. Он не в состоянии отстаивать то положение, которое у него было. Он не в состоянии, если говорить о России, добиться изменения положения, которое ему необходимо. В отношении Соединенных Штатов они не в состоянии отстаивать тот мир, в котором они были ведущей мировой державой. Так стоит сегодня вопрос. Ну, а если даже какие-то договоренности будут достигнуты по Переслегину, они же не будут соблюдаться. Я вот, знаете, в практике между юридическими лицами наблюдаю то же самое. Никакие договора вообще не стоят бумаги, на которых они написаны. Все соглашения, они отражают соотношение сил. То есть соглашение о
выводе возвращения НАТО к 1997 году, что значит оно не будет соблюдаться? Или оно будет, или оно не будет? Если НАТО вернется к состоянию 1997 года, и американские базы ядерного оружия уберутся из Европы, это совершенно новая реальность. Это не вопрос, что там будет подписано, не будет подписано. Вывод американских баз из Румынии, Болгарии, Польши и Прибалтики. Сам факт этот ставит крест на продвижении НАТО вперед. То есть не потому, что НАТО подпишет обязательство не распространяться на восток. Это будет просто не. Возможно. Так что тут ничего другого нет. И наоборот, если НАТО останется на тех же позициях и отделается только пустыми замечаниями и соглашениями с формулировками, которые допускают разные их трактовки, это будет означать поражение России. И тогда никто и ничего не сможет остановить процесс ослабления в России как внутри, так и давление на нее извне. Вся Средняя Азия смотрит на то, что будет в России, чем закончится этот схватка. Весь Кавказ на это смотрит. И Ближний Восток. Восток, только хотел сказать, да. И Латинская Америка на это смотрит. И вся Европа на это смотрит. И Китай на это смотрит. Так что тут нет такого состояния, которое, можно сказать, подпишут, а потом посмотрим, что будет. Нет. Это реальные и вопросы, и требования были поставлены реально, потому что их реальное осуществление и ответ и дают. Создает совершенно другую действительность. Хочу вам немножечко провокационный вопрос задать, но сразу честно вас об этом предупреждаю. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вот все-таки вернемся к тому самому будущему, о котором я вот вначале продекларировал, что хочется поговорить. Описывая структуру ближайшего 30-летия, наш политолог Глеб Павловский сказал, что главная цель этого периода – само существование России к 2050 году. Сейчас процитирую Глеба Олеговича. Значит, он сказал буквально следующее. «Мы живем внутри революционного модуля, но у нас консервативная цель». Вот вы многожды в течение сегодняшнего разговора сказали слово «стабильность». Вот как раз мне кажется, что Павловский это и имел в виду. Я с ним не разговаривал, он мне не расшифровал эту фразу. Вот мы, к сожалению, после Нового года еще не общались. Но я думаю, что он имел в виду вот эту вот самую клятую стабильность. Так в ситуации, когда пан или пропал, может быть, рискнуть, Яков Васильевич? Но все равно вот при той игре, которая сейчас, мы проигрываем. Во-первых, я не уверен, что проиграю. Извините, я экономическую ситуацию оцениваю, не внешнюю, политическую, простите. Вот я вот в этих... Экономическая, она производная от политической. Хотя и взаимная. Она производная от политической. В конце концов, все политические игры, они направлены на то, чтобы создать для своей страны более лучшая внешнеполитическая ситуация для развития экономики. Все политические. Они направлены именно на это. Так же, как война, продолжение политики другими средствами. Политика – это развитие экономики политическими средствами своей страны. И для обеспечения развития экономики. Но сегодня
такой вопрос стоит перед, почти перед всеми странами мира. И перед моей тоже. И перед Францией. И перед Испанией. И перед Соединенными Штатами. А будут ли эти государства существовать в 2050 году? Если да, в какой форме? Только одно государство уверено в том, что оно будет. Это Китай. Даже Индия не может быть в этом уверена. 100 с лишним народов. И Россия, и Соединенные Штаты, и Франция, и Германия находятся в таком же положении. Будут ли они существовать в 2050 году? И Израиль. А для израильской аудитории можно поподробнее, что, какие проблемы перед Израилем, буквально вот сноска? Я думаю, это Первое, определить наши национальные интересы. Второе, определить наши границы. Третье, определить систему власти. Четвертое, определить, а кто такой еврей, кто такой израильтянин для нас. И в чем будущее еврейского народа? Я определил саму идею создания государства светского. Это обеспечить настоящее будущее еврейского народа в нерелигиозных рамках. А это возможно только в национальном государстве. Если оно дееспособно, это будет. Если оно не дееспособно, тогда народ выродится в несколько религиозных общин разного направления иудаизма. Но народа не будет. И государства не будет. А именно национальное государство – залог выживания в современном мире. Россия же тоже не стала национальным государством. Она империей быть перестала? А Россия не может не быть империей. Если она не будет империей, она не будет государством. Империя – это многонациональное государство под единым авторитетным управлением. Россия только такой может быть. Иначе ее не будет. Иначе нет ничего, что ее объединяет. Около 10 религий. Почти 100 народов, народностей, национальностей. Что обеднее? Да, конечно, русский народ, российский народ ментально имперский. И главтема это, кстати, изначально имперский. Он имперообразующий. И всегда есть разница. Я всегда говорил, это первое, что меня учили в Израиле. Есть народы, которые были империей. Они другие. Империя была Иран. И поэтому этот народ думает имперскими понятиями. Империя была Турция. Империя был Китай. Он мононациональный, но империя. Арабы никогда не были империей. У них нет имперского сознания. Как сказал король Фарук, на Ближнем Востоке есть только одно государство. Это Египет. Все остальные племена под национальными флагами. Это мы сейчас с вами османов немножечко обидели, но я с вами согласен. В принципе. Не, я их не обидел. Турция всегда, турки всегда были империей. Османы это одна из турецких династий, но это не единственные правители Турецкой империи. Это последний, это осман. Но арабы никогда не было империи.
И поэтому разница в государственной мысли одного народа или другого. И поэтому Иран и Турция более жизнеспособны, несмотря на то, что они многонациональные, чем отдельные те или иные государства, которые всегда могут попасть под зависимость другого. Национально, но под каблуком кого-то. Потому что сохранить национальную независимость, чтобы обеспечить себе национальное развитие в 22 веке, в 21 веке, это будет очень сложно. И не все те принципы, которые смогли быть достаточно в 20 веке, сработают в 21. Яков Ильич, тревожно. То есть не мы одни, да, в таком положении? Ну, нет, почему-то это не тревожно, это естественное развитие человечества. Я как-то очень зациклился на России. Было, это не какая-то, какая-то четко определенная программа, и дальше все будет нормально, и проблем не будет. Нет, каждое поколение новые проблемы. Как я мог забыть исламских мигрантов в Европе, Black Lives Matter в Америке, конечно, это тоже все бурлящие котлы. Мы-то тут, конечно, не одиноки в этой своей внутренней неопределенности и нестабильности, безусловно, вы правы. Но у вас нет таких проблем, как там. Я смотрю, когда я вижу, смотрю по телевизору, я вижу ваших руководителей, ученых, по именам, по фамилиям сразу ясно, кто они, из каких народов России они. Но я не вижу никакой разницы между ними, ни в языке, ни в подходе, ни в чем. Но в Соединенных Штатах это намного, намного более резко. Я уже как-то говорил. Трагедия Соединенных Штатов уже сегодня. До 18 лет 48% населения испанос. Через 30 лет это будет население Соединенных Штатов. Это будет власть Соединенных Штатов. Это будет элита Соединенных Штатов. Научная, военная. Уже сегодня 60% военнослужащих американской армии – это Южные Штаты. Они разноцветные. Древний разлом, да, со времен гражданской войны, он по-прежнему существует. Да, но они разноцветные, это другой цвет, другая ментальность, другая культура, другой уровень, другая способность, другая организованность. Так что и в отношении Соединенных Штатов, и в отношении Франции, и в отношении Германии. Никто ни в чем не уверен. Сегодня есть два немецких государства, Австрия и Германия. А 150 лет назад было больше. А кто знает, сколько будет через 20 лет? Или через 40? Удивительное время мы живем. Это просто, да, действительно, такой плавильный котел, как когда-то, как в Средневековье. И как... Это всегда было? Помните, начинались темные века в Европе, да, после того, как перестали работать акведуки и пала Римская империя. Казалось, все, конец времен, непонятно, что дальше. Да. Но потом началось возрождение. Потом начались ремесла, потом начались науки, потом стали образовываться государства. Но очень не хочется нам в России быть удобрением для соседей, Яков Ильич. Вот я вот в этом смысле все переживаю.
А дело к тому идет. Мы слабеем, и мы... Это не я сказал, это сказал начальник МИ-6. Роджер Мур, если я не ошибаюсь. Я могу только повторить то, что я сказал совершенно недавно. Тот, кто не будет защищать и работать на свою страну, будет защищать и работать на другую, на чужую. Хотите быть сами собой и жить, и обеспечивать развитие своего народа, своей страны? Делайте все для этого, для своей страны. Не для чужой, не по чужой указке. У меня такое ощущение, и, возможно, оно есть у зрителей, что я разговариваю с человеком, который неравнодушен к России, и это очень теплое и приятное ощущение. Вы знаете, я тут вспомнил стихи такие старшие Эды. Гость не должен, я ваш гость в данном случае, несмотря на то, что формально вы в гостях у главтемы, гость не должен назойливым быть и сидеть бесконечно, ведь даже приятель станет противен, коль долго гостит он. Мой завершающий вопрос. Я бы с удовольствием с вами поговорил бы, мне это просто по-человечески интересно и вне политической повестки. И первый, и последний мой вопрос, он такой немножечко познеровский. Знаете, Владимир Владимирович в завершении своих программ часто своих гостей спрашивает, что бы вы сказали Богу, если бы оказались перед ним. Но это я не буду пуганичить. У меня к вам такой неожиданный вопрос, и он почти, так сказать, региональный. Вот в журнале Nature ученые США, Канады, Чехии, всего группа 20 человек, это археологи, геоморфологи, физики, химики, опубликовали результаты своего исследования раскопок в местечке Тал-эль-Хамам. Это 12 километров. Это Иордания, 12 километров от Мертвого моря. Предположительно, это те самые Содом и Гоморра. Помните, да, и пролил Господь на Содом и Гоморру, да, дождем серый огонь. Я знаю эти места сколько раз было. Вот, значит, судя по всему, это было уничтожено действительно ударом из космоса, метеорит типа Тунгусского, останки людей, разрушения говорили о воздействии ударной войны, сверхвысокой температуры, 1500-2000 градусов Цельсия. Бросаю болтать, Яков Осипович, скажите, пожалуйста, а Божий гнев вообще существует? Что? Божий гнев. Я не верю в Бога вообще. Я не понимаю вообще смысл Божьего гнева. Я считаю, что не Бог создал человека, а человек создал Бога по образу и подобию своему. Гнев – это чисто человеческое качество. Наказание – это чисто человеческое качество. Насилие – это человеческое качество. Принуждение – это человеческое качество. Так что, если есть высшее существо во всех отношениях, почему оно должно прибегать к таким примитивным вещам, как гнев, убийство, наказание? Если он всемогущий, он может делать это по-другому. Я это не понимаю, я это не принимаю. Когда верующие говорят, что 1,5 миллиона еврейских детей были уничтожены в качестве наказания, я смотрю на этих людей с презрением и с гневом, чисто человеческим. Эти дети ни в чем не виноваты. Годовалый мальчик или девочка, которого сожгли в Освенциме или закопали в рву. Какое преступление он совершил? Так что приписывать высшему нравственному существу такое зверство, на которое даже животные не способны. Насколько же надо не уважать высший разум, чтобы так и не думать.
Вы знаете, я абсолютно с вами согласен. Я не верующий человек, я просто как продукт советского образования предполагаю, что все-таки мир был сотворен и что у него есть архитектор. А дальше может быть длинный разговор о терминах, Бог это был или какие-то высшие силы. Это, в общем-то, и не важно. Но, в общем, друзья мои, все зависит от нас и все в наших руках. И я так думаю, что, знаете, вы будете не против какой-то трактовки Бога. Есть же закон причины и следствия, да. Если мы плохо работали, если мы плохо заботились о себе, о своей стране, эти следствия накапливаются. А когда они накопятся, может быть, это и будет гнев, но только этот гнев мы проливаем сами на себя, своей ленностью и бездействием. И на Бога в этом смысле пенять действительно нечем. Яков Ильич, я вас благодарю еще раз за этот содержательный разговор. Надеюсь, что, ну, если я вас не очень сегодня заболтал, мы продолжим наши беседы. Ну, понимаю, что у вас и других забот хватает. Друзья, а мы, соответственно, рассчитываем на ваши умные, содержательные, ответственные комментарии. По нынешним временам по-прежнему актуально пожелание быть здоровыми. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. До свидания.